есть события. Наступая, сумерки выщелачивают и гасят предшествующую ясность, лишают возможности, цвета и объема, превращая их в какие-то хтонические силы, стремящиеся лишь к разрушению. Сижу в платоновской пещере и смотрю, как на противоположной стене в остатках солнечного света серыми пугающими непонятными тенями проносятся они, бессмысленные и чужие, но уже у тебя в комнате. Иногда можно угадать птичку или листы дерев, позволяющие узнаниям снизить амплитуду внутреннего трепета. Интересное и отчасти пугающее кино. Тот, кто при свете дня выглядел как человек, в сумерках оборачивается зверем и хочет разорвать тебя, обнажая теперь лишь гладкие острые клыки. Но нужно помнить, что сумеречный мир — это трещина между мирами, полноморок и обмана, и отраженный мир возможностей исчезнет, как только окончательно сядет солнце. Сумерки события.